Но дело, конечно, ужасное. Но нацистам было явно поебать. Никогда не понимал, чё они такие ёбнутые. До тех пор, пока моему внуку не провели, как это называется, Интерпол. Ой, Тернет, да. Сейчас, где мои очки? Я вам прочитаю, почему они были такие ёбнутые, суки. Интересные факты с Азаматом. Солдатам Верхмата в течение всей Второй мировой войны давали наркотик. Первинтин, он же метамфетамин, фу-фу-фу, помогал им выдержать длительные марш-броски и сражаться в самых трудных условиях. Суки, объёбанные, ебашились нас, блять, со своих розенган. Какой же ужас! Вентиль, какой нахуй вентиль? Вот тут какой-то вентиль я нашел. Нашел? Да, откройте да, его нахуй. А я ползу, я куала. Все, я открыл. А я куала? Вот ты гондон. Я куала, какой я гондон? Ты всю игру нахуй ничего не делаешь. Я куала! Мои родители не понимают меня, я хочу порезаться и сдохнуть. Ну вообще-то я сэдбой. But I've never seen you bang. You say you've got them drugs, but I've never seen you slang. You say you in a game, but I've yet to see you play. You say you going up, but nobody feels the same. Тупой, блять, кусок говна.